Че творим, бро? Меня зовут Сергионис, и это потерянная серия Стар против сил зла. Серия начинается так. Переход на родителей Марка. Они услышали, что кто-то ходит по дому, и они спустились вниз. Перед ними появилось что-то странное. Было сложно понять, что это такое. Похоже, это Краянт. Появилась резкая вспышка. Краянт куда-то пропал. По головам родителей стекала кровь, которая капала прямо на пол. Это было ужасно, все было очень реалистично прорисовано. Родители Марка были убиты. После перехода самого Марка. Он лежит и скорбит за родителей. Около него была собака. Собака была очень странная, она вся была в помехах. Что было дальше, меня поразило. Краянт вылез из собаки и стоял перед Марка. Вспышка, и Марк тоже мертвый. С его головы торчал нож, а кровь стекала на голову собаки и текла прямо по ее носу. Все выглядело очень ужасно. После была заставка. Очень жуткая и страшная. Что заставляло всех зрителей плакать кровью. А около сотни человек из-за этой заставки попали в больницу с инсультом. Что ж, эту заставку я оставляю на ваш страх и риск. Смотрите. После заставки было показано Стар. Она ехала куда-то со своей матерью королевой. Между ними начался разговор. И Стар спросила, что с их единорогом. Единорог был ужасен. Он был весь в помехах. После чего он просто взорвался. Везде летели кишки и органы. Они услышали, что кто-то за кустами. Там были огромные мыши, все в помехах. Мать Стар сказала, что это разведчик и что с ними надо бороться. Стар хотела их заколдовать, но мать ее остановила. После чего Стар начала с ними драться. Одна мышь от удара девочка отлетела в руки королевы. И помехи перешли на королеву, и она тоже изменилась. Стар победила мышей. Мать напала на Стар. Они начали драться. Около них появился крокодил. Мать королева начала с ним странно разговаривать. После чего он заполз в воду, и сюда вылезло еще больше крокодилов. И все они были в помехах. И серия резко на этом оборвалась. Выскочила надпись. После этого Стар никто не видел. Это была самая страшная и странная серия, что очень пугало. Именно через эту серию был задержан весь третий сезон на целый год. На этом все. С тобой был Сергей. Поставь лайк, тебе это всего-то 2 секунды, а мне приятно. И подпишись на мой канал. А также расскажи об этом видео друзьям. Это важно. Нужно, чтобы об этой серии скорее узнали все. И помни, это всего лишь мое воображение.